еще самоотверженно сыграл в этом эпизоде Сергей Андронов, оказавшись на льду в меньшинстве. И Широков. Вот, честно говоря, хотел сказать, что вот это будет поворотом, но Широков опередил. И демонстративно. Он не прыгал до потолка. Он не радовался этой шайбе, которая приносит первую победу Спартаку в 9 матчах против ЦСКА. Но его прячут партнеры. И там Широков слышит свои слова благодарности. 4-3. Спартак побеждает ЦСКА. Это, по-моему, первая победа в этом сезоне Спартака над соперником, который, ну, в нынешней иерархии явно находится выше красно-белых.